Мощный взрыв раздался в субботу в центре Кабула, неподалеку от комплекса, в котором на следующей неделе состоится Всеафганский совет старейшин. По меньшей мере 6 человек погибли, в том числе 4 мирных жителя, полицейские и военнослужащие. 22 человека, в основном гражданские лица, получили ранения. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с бронетехникой афганской армии. И несмотря на усиленные полицейские патрули в Кабуле в преддверии Лои-Джирги. На следующей неделе с четверга по воскресенье 2500 афганских депутатов обсудят перспективы американского присутствия в стране после 2014 года. Вашингтон хотел бы оставить в Афганистане около 10 тысяч военнослужащих, но не исключает, что вывод может оказаться полным, если Кабул не предоставит американским солдатам иммунитета от судебного преследования. К концу 2014 года из Афганистана должны быть выведены основные силы международного контингента, численность которых на сегодня составляет 87 тысяч человек.